семена томата, помидора, фрегат оранжевый рекомендуется проращивать в закрытом грунте, в парниках или теплицах. Для этого высевают их в конце марта-начале апреля. Сорт скороспелый, практически неприхотливый в уходе. Урожай можно собирать примерно через 100-110 дней после появления всходов. Помидорки получаются относительно крупными, массой до 100-130 граммов. Форма плодов овальная, кожица оранжевого окраса. Мякоть мясистая, сладко-кислая на вкус. Используют томаты фрегат оранжевый в свежем виде и в различных заготовках. Томат обыкновенный фрегат оранжевый — это травянистые. Плоды имеют массу 70-90 грамм. Форма у плода цилиндрическая. Цвет плода оранжевая. Мякоть плотная, плоды можно потреблять салатной. В качестве места выращивания прекрасно подходит теплица, открытый грунт. Вы можете купить это растение в нашем интернет-магазине в сосорта.ру. У нас огромный ассортимент семян, луковиц, рассады, саженцев и крупномеров. Доставка по всей России и СНГ. Для заказа перейдите по ссылке, которая находится под этим видеороликом, в описании. Лайкайте наше видео и подписывайтесь на наш канал, чтобы раньше всех узнавать про новинки российской и зарубежной селекции.